начали записи, болтаем, чаи, гоняем. Идет, немножко поднимается. На записи, на запись, ребята. Покушали можно, может. Сейчас будем списываться. Здесь у нас вот свой санузел студийный, можно принять душ. Отдохнуть, сходить в туалет, помыться, побриться, зубы почистить. Здесь у нас сам комната, студия, где записывались все 16 композиций. Нашел альбома. Для разминочки. Для остеохондроза. Один из них это я, вот смотрите. Так вот, хорошо. Сегодня у нас выпал обильный снег. Ладно, вроде отправили. Без задержек вроде должно лететь. Вот наш дворик скромненький. Со своим озером. Размел уже? Серьезная тема. Ну вот я говорю, она ж хит. Она не. Я бы не сказал, что она там какая-то там колыбельная. Нет. Но... Давай послушай тогда. Thank you.
Этот стиль называется неоклассика. То есть, как бы, классика, преобразованная в какой-то вот такой стиль, называется неоклассик. Вы можете посмотреть в интернете, много записей. И вот он, отличительная особенность, это простая фактура, хорошие, красивые гармонии, ненавязчивые. И вот она, эта музыка может звучать фоном. Примерно так вот. Герман, не ругайся. А что, классно. Здесь что-то с педалью произошло у меня, а ночью фальш получилось. Пишем дубль 2.